Следующий плагин удобен в том, что позволяет быстренько создавать папки и файлы внутри вашего проекта. Давайте мы его установим. Переходим в Package Control, выбираем Install. И название плагина Advanced New File. Видим, вот он у нас высветился. Итак, жмем. Сейчас он у нас установится по-быстрому. Так, есть. И теперь обратите внимание. Нажимаем на сочетание клавиш Ctrl-Alt-N. И у нас получается вот такая строка. Если не появилась, то перезагрузите. То есть закройте и откройте редактор. То есть иногда нужна перезагрузка. Итак, у нас появилась вот такая строка. Теперь обратите внимание. Допустим, нам хочется создать тут какой-то модуль. То есть давайте создадим папочку модуль. И в нем создадим файл модуль HTML. Итак, что мы делаем? Вводим модуль. Обратите внимание, вот здесь все это дописывается, то есть видим сразу путь идет. Затем ставим слэш и здесь пишем модуль.html и нажимаем Enter. И у нас появляется папочка модуль, в которой есть файл модуль HTML. Обратите внимание, что здесь уже сразу указаны тип файла. То есть достаточно удобно, согласитесь. То же самое, вот давайте Ctrl-Alt-N. Ctrl-Alt-N касается и файла стилей. То есть, опять-таки, вводим название папки, в которую мы хотим поместить его. И вводим mstile.css. Щелкаем. И, опять-таки, обратите внимание, вот наш тип файла CSS. И так можно создавать различные типы файлов.